Hi guys, so today I'm going to watch a new video. It's actually a live performance from a reality show called Voice Children 5th season, and it is a performance of a boy called Roger Garrett, and I think he is only 13 years old now, so he's a kid, and he's performing a song called, it's a Russian song, it is called Ya Miloko Uznayu Po Pokode, that's in Russian. In English it means I recognize my sweetheart by gait. You know, gait means the way of walking, right? So that's an interesting title, right? So anyway, let's go check out his performance. Okay, it's going to be awesome. I guess it's going to be awesome. Let's go and see. Okay. He looks so handsome. Look at the way. She is so excited. Yeah. What is he doing? She is really impressed. Everybody loved it. Oh, there is even a chat. And he has that cute face, you know, the handsome face. So. Здравствуйте, меня зовут Гарик Трудгер, мне 11 лет, я из города Оренбург. Знаете, вы меня, конечно, простите, молодые люди. It's good that there is subtitle. Но я буду бороться. Я буду бороться. Давай сначала я расскажу тебе несколько комплиментов, okay. Потому что я, конечно, Твои записаны навсегда. Правда. Это настоящий, конечно, только что был целый спектакль музыкальный. Артиста сразу видно. И в тебе, вот в таком маленьком теле, артист очень большой заключен. Ну, во-первых, добро пожаловать в любом случае в проект. Очень классно, что ты здесь. В любом случае. Но, я клянусь, он только что забряк всю тройку. Да. У меня было ощущение, что это вот мы вернулись.
влюбились много лет назад, и перед нами Безруков просто. Безруков, скажи, да. Безруков, да, просто. Было. Я думал, было. Я думал, сейчас произойдет очередное перевоплощение мастера. Спасибо тебе большое за огонь. Сколько в тебе экспрессии вообще. И тебе нравится на сцене, да, находиться? Тебе... Да, нравится. Нравится? Люблю. Такое ощущение, что вот сцена — это как раз твой дом, прямо, знаешь. Ты нас выгнал просто со сцены. Да, второй дом мой. Да, все так люблю и есть. Люблю на сцене находиться. Это петь. Замечательно, просто замечательно. Иди к ней. Иди ко мне, слушай, слушай. Уважаемые коллеги, чтобы вот вам стало сейчас вот прям совсем хорошо, так. Чтобы в хорошем смысле вас добить окончательно, давайте. Мы вам сейчас Тазом. Еще один дивертисмент покажем. Дивертисмент. Я. Yes. Look at that. Ooh. I didn't expect that. I didn't expect that. Man, he can dance. He can freaking dance. He can really dance. Вот это, спасибо. Я в мурашках вся вообще. Просто she felt goosebumps. Знаешь, что вот в этой песне ты нашел и драму, и грустно было, и весело, и ой, вообще какой ты крутой. Пойдем, а? Пойдем. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Я бы был бы рад побывать у всех вас в команде, но я выбираю. Не переживай, а то у нас сердце разорвется, старик. Хорош. Пойдем ко мне. Я выбираю Пелагея. О! She really had a crush on. She really had a crush on. I'm telling you guys, she really had a crush on. Look at that. She really have a crush on. Меня мурашило от начала до конца. Я думал, сын может. Нет, ну я почувствовал такую между вами некую связь, что я даже уже не встревал. I don't know what the hell is there saying now. Ураган. Еще надо его. It has subtitles, but sometimes the subtitles is so wrong. Ах ты корыстная. Нет. Он трудоспособный мальчик. Не трудоспособный, а работоспособный. Это же другое. Это очень важное качество. Let me just wait. На рабовладельщице. Yes, there is. That's what I want to see. I think that is his family, right? Right? I think that is his sisters. Я горжусь тобой. Зачастую это. And mother and sister, right? Базы под этим. Вот ты показал, что они гордятся тобой абсолютно по существу, потому что гордость распирает всех нас, кто это видел, потому что ты живешь с нами в одно время, в одной стране. Спасибо тебе большое, не зазнавайся, да? Поскольку очень легко... Don't be arrogant, yeah. Очень легко все потерять, поэтому продолжай трудиться. Я рад, что ты с нами. Добро пожаловать на борт, сынок. He have everything what it need to be a star, you know. He is handsome, he can sing, he can dance, he can entertain people. He have that it factor, and you know, I think, you know, if he continues to do this, do things like that, I think he can be a big star, man, because he have everything what we are looking for in a star, right? So that's a great performance, man. And what is his name? Roger Garrett. Everybody look out for Roger Garrett. I think he's gonna be
he have, I'm not, I want to say he's going to be a star, but I think he have every potential to be a star.